Hallo aus Kaliningrad. Hinter mir siehst du unsere Unterkunft hier am Stadtrand. Wir sind hier im westlichsten Austragungsort der Fußball-WM 2018. Näher an Berlin als an Moskau. Und darum, hinter mir mit dem gelben Schild, ist schon der erste Döner-Kebab. Wir haben dich hier mitgenommen ins Stadtzentrum von Kaliningrad an das Ufer. Und die Musik, die du hier hörst, die spielt an der Fanmeile. Da spielt die Musik so richtig am Freitag, wenn die Schweiz gegen Serbien spielt. Wir wollten von jungen Leuten in Kaliningrad wissen, was sie sich eigentlich so von der Zukunft erhoffen. Мы ближе к Европе, но мы Россия, и мы такой мостик, который соединяет большую Россию с Европой. И вот у меня друзья, родственники живут в России, и они даже шутят: «А вы в Германию за хлебом ходите?» И Калининград, он такой, он особенный, он маленький, но он между. Какие мечты есть у молодых людей, как у вас в Калининграде, что касается будущего? Ну, хотелось бы, чтобы как-то взаимодействие нас, Европы и России, стало проще. Потому что поехать в Россию, нам надо пересекать границу с Европой. И нужны загранпаспорта, документы, визы, а также и поехать в Европу. И хотелось бы развития города и экономического в первую очередь, чтобы мы могли свободно, потому что мы помогаем вам, вы помогаете нам, и это всегда приятно и здорово. Спасибо вам большое. Всего хорошего, да, Удачи вашей команде, будем болеть за вас. Auf ersten Blick sieht es da alles